Здравствуйте, друзья! С вами Ирина Ронец, независимый партнер компании Infinia Электронная коммерция. В сегодняшнем видео будет очень актуально как для партнеров компании, так и для всех тех людей, которые имеют свои онлайн-магазины. Для продавцов, для производителей, для поставщиков. Я обращаюсь ко всем сейчас. Infinia открывает новую возможность для всех абсолютно в мире, для всех стран, для всех партнеров, для всех продавцов. Уже сейчас в июне состоялось открытие огромной торговой платформы в компании Infinia, и именно которая будет функционировать из нашего кабинета Infinia под названием Marketplace, Infinia Online Store. Что это такое? Это своего рода похоже на Amazon и на eBay, но этот Marketplace будет неповторимый, потому что его делать будем мы с вами. Это просто великолепная идея, которая сейчас воплотится в жизнь и начнет свой рост очень активно и обязательно добьется успеха. Я в этом уверена, и многие тоже. Почему? Потому что давайте рассмотрим для примера сам Amazon, монстр Amazon, который сейчас уже действительно торговая площадка номер один в онлайн-мире. Вспомните, как он начинал. Кто не знает, расскажу. Он начинал еще из простого гаража. В 1995 году, когда один человек решил продавать товары через интернет, к нему присоединились другие, и постепенно этот магазин, онлайн-магазин расширялся. И смотрите, сейчас уже прошло 20 лет, и 20 лет понадобилось Амазону, чтобы достичь сейчас уже свыше 100 миллиардов долларов в продажах. Посмотрите, какой огромный рост. Что может сделать одна идея одного, скажем, человека, если к ней примкнут миллионы? Это работает. А теперь давайте сравним Amazon и Infinia, потому что Infinia это тоже торговая площадка, но не только, а она еще дает пошаговые видеотренинги, как обучиться и стать профессионалом, продавцом на любых торговых площадках, которые существуют в интернете или будут существовать. Вы, если внедритесь в эту профессию, то будете иметь безупречную профессию, очень прибыльную на всю вашу жизнь. Итак, Amazon за 5 лет достиг 1 миллиарда долларов в продаже, то есть ему понадобилось 5 лет, а Infinia понадобилось 2,5 года для достижения свыше 2 миллиардов долларов в продажах. Вы видите, какая разница? В 2 раза больше. Почему? Потому что Infinia делает это профессионально. Следующее доказательство – модель Infinia. Как она работает? Насколько эффективна? Посмотрите результат на этом слайде. Партнеры Infinia заработали в 6 раз больше на eBay, чем просто продавцы на eBay. Партнеры Infinia заработали в 7 раз больше на Amazon, чем просто продавцы на Амазоне, благодаря ее профессиональным тренингам и обучению. И сейчас новая возможность – Marketplace. Давайте посмотрим, что же нас здесь ожидает. Теперь у нас будет 7 источников дохода в Infinia, потому что мы будем иметь Marketplace, в котором есть Infinia Stores, то есть наш личный магазин. Здесь мы сможем делать наши магазины с нашими товарами, которые будем выставлять. Мы можем подбирать под них дизайн. Вот смотрите, какие замечательные здесь, например, шаблоны, примеры показываются. И это смогут делать люди, те, которые выставляют товары. Мы сможем предложить этот онлайн-магазин для продавцов. Поэтому я обращаюсь и к продавцам. Смотрите, какая универсальная, какая замечательная площадка здесь вас ждет. Выставляйте ваши супертовары или любые товары, и мы будем их продавать. И вы будете зарабатывать все деньги, и продавцы, и партнеры этой компании. Еще одна особенность – то, что у нас будет здесь многофункциональный кошелек. То есть мы сможем получать деньги или оплачивать вот при помощи разных платежных систем. Не только PayPal, как на Amazon и на eBay, а вот смотрите, какие кошельки уже добавлены. Таким образом, люди из разных стран, которые имеют проблемы с PayPal, скажем, та же Украина наша, да, она будет иметь альтернативный кошелек. И это будет очень удобно для всех нас, для всех. А вот так будет выглядеть наш Infinia Marketplace. Здесь будут выставляться различные товары, ходовые товары. Уже некоторое количество выставлено, например, там игрушки, которые очень хорошо продаются. Потом для животных разные
приспособления и так дальше. И бижутерии, много другого интересного. Еще здесь, конечно, будет возможность заказывать большим количеством, то есть оптовые закупки делать, и, естественно, конечно, дропшиппинг, система дропшиппинга, то есть то, что мы делаем, передаем товар из Amazon на eBay, и также отсюда мы сможем его продавать на Amazon, eBay и других платформах. Это просто универсальный онлайн-магазин, который вне конкуренции. Это особенно выгодно будет тем, кто уже, например, торгует на Amazon FBA, что я очень всем советую. Со временем обязательно туда всем надо подняться на эту ступень, потому что тогда Amazon 100% будет работать для вас и на вас. И поверьте, что интерес здесь для всех огромен. В Infinia есть люди, которые работают уже свыше 15 лет продавцами, топ-продавцами на Amazon и на eBay. Поэтому они знают уже огромное количество продавцов, готовых зайти сюда на Marketplace, и они их сюда обязательно скоро заведут. Есть также люди, которые 2 года работают продавцами, но уже их товарооборот превзошел свыше 1 миллиона долларов на Амазоне и на eBay продаж. Вы можете представить себе, какие уже у них есть выходы на разных поставщиков и продавцов. И все они вскоре тоже будут здесь на маркетплейсе Infinii. Вы понимаете, насколько умно создана эта система? Если, например, сейчас до этого времени мы с вами продавали товары на Амазоне, на eBay и выходили сами на этих поставщиков, то есть с ними там договаривались, да, чтобы оплатить товар и послать товар, то сейчас эти все продавцы и поставщики будут к нам сами приходить. Мы их уже сюда будем приводить, и они будут через нас все проходить. Вы понимаете, какой сейчас будет доход у нас всех с вами? Сейчас, к примеру, выставлены некоторые товары, вот вы их можете видеть. Может, их еще немного будет больше. Может быть, здесь есть разные цены и подешевле, и кое-что подороже. Не имеет значения. Но вот, видите, уже выставлены категории. И в самом начале самые популярные категории. Это baby, то есть для детей, игрушки, товары и так дальше. Косметика, книги, электронные товары, продукты здоровья, дом, сад, то есть спорт, это все, что самое-самое привлекательное для людей. Смотрите, какие красивые товары. Вот, скажем, книги. Может быть, вы думаете, что они не продаются? Еще как продаются в интернете, несмотря на то, что все уже привыкли к компьютеру. К примеру, у нас есть парень в команде из Кипра, который имеет отца в Англии, и у отца его бизнес построен на продаже книг. Вот, он благодаря интернету продает очень много книг, и здесь он их сможет тоже продавать и зарабатывать вдвойне, плюс помогать отцу продвигать его бизнес. А вот смотрите, кепочки с логотипом Infinii. Вот скоро наша компания будет продавать свои различные тоже товары со своим логотипом и очень быстро приобретет себе славу. Компания Infinii и многие ее старые партнеры опытные уже имеют подключенных продавцов и еще готовят уже готовые списки, которые сейчас будут подключены, и с ними ведутся переговоры на огромное количество, на десятки миллионов долларов товара будет выставлено вскоре на маркетплейсе. Вы можете себе представить, что это будет вскоре? Так что как можно быстрее всем нам здесь брать нужно активное участие. К примеру, посмотрим вот здесь на товар, который вообще, кажется, не привлекает внимания. Что это такое? Давайте посмотрим. Вот такая вот детская гирька. Да, непонятно, зачем ребенку так заниматься, но, возможно, есть такие дети, да. Смотрим, что мы здесь можем видеть. К примеру, к этому товару мы видим цену, что он инсток, то есть есть в продаже 200 штук, да, что он производится из Америки. И также видим чуть ниже статистику, показанную от кто такой производитель, кто продавец этой продукции. То есть информация, которая нужна. Также вот есть значки социальных сетей, где можно поделиться, и количество, и кнопочка «Купить сейчас».
И вот, к примеру, вы здесь видите, пишет pack of 12, то есть в пакете 12 штук. Значит, вы их должны купить пакетом, такое количество, по цене $63.61. Это означает, что это идет как оптовая как бы закупка, и вы можете послать этот товар прямо на склад, в FBA, на Amazon. И это очень удобно, и, конечно же, увеличивает количество продаж ваших. Конечно же, есть и товары, которые можно покупать, продавать поштучно. Вот, к примеру, есть на Амазоне продавцы, которые имеют косметику и уже ожидают сюда зайти на маркетплейс, чтобы продавать свою косметику поштучно. То есть вариантов множество, их будет еще больше, они будут расширяться. Теперь давайте этот товар проверим на Амазоне. Копируем титул, название без этого пак, количество. И выставляем, идем на Amazon, выставляем название прямо на Амазоне в поиске. Вот, пожалуйста, нашелся наш товар, наша гирька детская. И, конечно же, мы смотрим характеристику, обязательно посмотрим отзывы и идем дальше. Вот мы здесь видим уже как бы под другим названием, более обширным, да. И цена $29.99 выставлена. И 5 предложений по данному товару. Давайте посмотрим, что же мы еще можем здесь увидеть. Итак, смотрим. Кто-то выставил за 29, есть за 35. И даже до 55 у нас доходит цена. Это у нас цена одного данного товара. Не забудьте. Идем обратно. Одного товара на Амазоне. Цена колеблется от 29 до 55, запомним. Теперь давайте посмотрим, какой же наш будет выигрыш. Идем обратно на наш маркетплейс, на данный товар. $63.61 у нас количество 12 штук. Считаем на калькуляторе, делим эту сумму на 12, получается приблизительно 5,3. Ну, плюс еще здесь досчитаем перевозку, пересылку, потому что многие поставщики за это берут. И так у нас получается примерно $6 за один товар. $6 здесь он нам стоит, а смотрите, за какую цену его продают на Амазоне. 29, 35, 55. Круто, правда? Идем теперь, к примеру, на Amazon калькулятор. Можете найти его в поиске браузере, нажмите Amazon Profit Calculator и найдете. Выбираем категорию, к примеру, игрушки, да. Sell price, то есть цена, за которую продаем, пишем, к примеру, 30. Shipping price, за который купили, 0. И cost, сколько нам стоило, $6.01. Теперь смотрите справа, net profit, это то, что вы заработаете, $18.51 одного товара, одной гирьки, 18.51 ваш доход. И смотрим, что этот поставщик дает 200 штук еще продать, может еще увеличить потом количество. И как его тут зовут, вот его store name, Home Good Place. Это есть ваш Marketplace. Что вы делаете после этого? Нажимаете кнопку Buy Now, купить сейчас. На следующей странице видите, цена выставляется, которую вы должны выкупить. То есть нажимаете Check Out и переходите на следующую страницу. И здесь мы видим наш уже привычный биллинг адрес и шиппинг адрес. То есть адрес покупки и адрес отправления. Ниже на форуме вы будете видеть shipping метод поставщика. То есть, например, UPS, это как, чем он будет отправлять товар. FedEx он имеет, вот что, какие у него сервисы. Postal сервис и даже канадский постер может отправить данный поставщик. То есть очень обширный у него вариант. Поэтому у вас есть даже возможность продать товар в Канаде, потому что данный поставщик может туда ее послать. Почему нет? Таким образом, вы можете выставлять огромное количество товара на Amazon намного дешевле, чем если бы вы его искали на том же Амазоне. Поэтому у нас уже здесь не будет конкуренции. Вы понимаете, насколько это будет выгодно всем нам. И плюс не забудьте тот маркетинг-план, который существует в Infinii для партнеров. Совместите одно с другим, и вы будете просто купаться в богатстве. Вход на Marketplace будет для всех лично из его кабинета, партнерского кабинета.
Сейчас у нас он еще пока не полностью открыт доступ, но со временем он уже откроется, и туда мы сможем входить с теми же данными, логин, пароль, как обычно мы входим в Infinii кабинет. Не нужно будет делать никакой дополнительной регистрации. Автоматом вы зайдете. И, конечно же, вы должны будете сюда приглашать, если сможете, как можно побольше продавцов и производителей. И уже есть много людей, которые готовы зайти. Но предупреждаю вас, чтобы вы знали, это обращение от компании, от всех руководителей, чтобы сюда заходили только люди, продавцы, которые имеют качественный товар и желательно, чтобы они имели сайт, на котором можно будет посмотреть их товары, потому что компания имеет специальную комиссию, которая будет фильтрировать, будет проверять и давать им допуск, возможно или нет. То есть они вначале зарегистрируются и пройдут определенную форму, заполнят, где будут указывать некоторые данные и желательно, чтобы был сайт. Таким образом, компания просмотрит, если она качественная, эта продукция, то и если данный продавец или поставщик сможет, имеет возможность отослать товар, тогда, конечно, с ним будут обязательно сотрудничать и будут ему предлагать самые лучшие условия. Вот такая форма откроется перед продавцом, который хочет здесь выставить свои товары, и он должен будет заполнить эту форму. Где он ее возьмет? Конечно же, у вас, когда вы ему дадите вашу реф-ссылку. Реф-ссылка будет специальная. Вот вы, к примеру, видите здесь ее на данном слайде, как она наверху состоит, и в конце username ваш, то есть ваш логин, который у вас есть на Infinii. И когда вы ее дадите, у человека откроется, продавца, вот эта форма, и он должен будет ее заполнить. Регистрацию он здесь будет проходить совершенно бесплатно, за это он не будет ничего платить. Заполняет эту форму, это здесь несложно, легко. На следующей странице он может поставить свой опыт, то есть продает ли он свои товары или продавал на Амазоне или на eBay, вставляет сюда. Также может вписать сумму товарооборота, который он достигает. И вот здесь на следующей, значит, форме он вставляет свое имя, фамилию, свой юзернейм, который он хочет иметь на Marketplace. И выбирает пароль, да, выбирает страну, откуда он регистрируется, город, его адрес, данные, все проживания. Здесь он вписывает название магазина или компании, как он хочет ее назвать. Также веб-сайт свой, если у него есть желательно, чтобы был, может прислать ей фотографии товаров в компанию. Свой телефон, вот, ну, PayPal, email, ну, все, что важно, да, по форме заполняет. После регистрации он попадает сразу в свой кабинет продавца, вот такой вот простой, очень доступный и функциональный. Никакого отношения к сложному кабинету eBay или Amazon нет. Здесь все просто, понятно и все, что нужно ему. Вот, посмотреть каталог свой, посмотреть, есть ли у него сообщения о продаже, что происходит с товаром и так дальше. И его доход, расход. Все четко и все очень просто и очень классно. Здесь в кабинете своем он сможет зайти на страницу Edit Product Details, то есть описание его товара, выставить свой товар, цену и так дальше. Вот, к примеру, здесь есть товар от Infinii, Women's Polo Shirt, то есть женская блуза. Выставляем код для нее, выставляем описание небольшое и listing price, то есть в долларах цену, которую вот хочет продавец. И также вы здесь внизу видите, что есть скидка для тех людей, смотря на каком они находятся пакете, Prime, Search или Excel. Вот, для Prime 43 цена будет, для Search 41 и для Excel 39. То есть, например, если вы как партнер захотите выбрать его товар и продать, то если у вас будет пакет Prime как партнера, вы этот, купите товар за $43. Если же у вас пакет Excel, то вы купите у этого продавца за 39 и выставите на Amazon
за какую цену захотите. Поэтому чем выше пакет у вас как партнера, тем дешевле для вас товары. И соответственно и выше проценты, которые вы будете зарабатывать за продажу этих товаров и получать ваш маркетинг баллами. Если у вас будет пакет Search, то вам будет скидка на 5% дешевле. А если вы на Excel, то 7% дешевле вы сможете купить этот товар. К примеру, PayPal дает всего скидку на 3%, поэтому посмотрите, даже в этом мы тоже выигрываем. Также мы обязаны защитить данного продавца, то есть гарантировать, что мы не выставим нашу цену на продажу дешевле, чем ту цену, которую установил здесь продавец. Если, например, он устанавливает $100 за его товар, то мы не имеем права выставить $99.99 даже, не меньше, чем $100, то есть не меньше той цены, которую установил продавец. Это защиту гарантирует Infinii, поэтому мы все, как партнеры, должны ее поддерживать. И вот смотрите, какое множество разных категорий, подкатегорий здесь может выбрать себе продавец, чтобы выставить свои товары и очень хорошо продвинуть по ключевым словам, по разным категориям, что тоже очень важно. И учитывая то, что на Infinii платформе работают большинство партнеры, которые имеют очень огромное количество уже продаж, некоторые делают от 10 до 70 продаж в день и делают товарооборот в десятки тысяч долларов за месяц, некоторые за несколько дней. Вот посмотрите по данным скриншотам, есть люди, которые за 89 дней сделали 7000 транзакций на $400 000 продаж, товарооборот. Это истинные профессионалы, которые обучились при помощи видеотренингов и обучения компании Infinii, Академии торговой коммерции. Поэтому все продавцы будут очень довольны, так как их товары будут профессионально продаваться. А все партнеры будут еще более довольны, так как они смогут увеличить свои доходы в несколько десятки, сотни, а может и тысячи раз. Итак, друзья, ищите людей, которые знают людей. Приводите сюда, подключайте и все вместе зарабатывайте еще больше денег при помощи маркетплейса от Infinii. Всего хорошего, до новых встреч. С вами была Ирина Аронец, независимый партнер компании Infinii.